В третье воскресенье ноября по всему миру проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. Эта дата официально установлена резолюцией Генассамблеи ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает более 1 миллиона человек. Особо уязвимой группой являются мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы, среди которых много и детей. Самые маленькие жители нашего округа вышли на дорогу с яркими рисунками, чтобы еще раз напомнить водителям, что от них зависит чья-то жизнь. И что ты хочешь подарить? Вот этот вот рисунок. Да. Спасибо. Обязательно всем доведем. Все, счастливого пути. Спасибо. Артем Леонов вместе с остальными воспитанниками детского сада «Умка» вручает окружным водителям авторские рисунки. Их готовили в рамках недели безопасности к выставке «Берегите жизнь». Каждый рисунок как яркое напоминание об ответственности на дороге. А скажи, а зачем они нужны, правила дорожного движения? Чтобы не попали люди в аварию или их машина не задавила. Если сможешь задавить, то тогда будет очень большая травма. Когда я вижу пешеходный переход, я берусь с мамой за ручку, а потом перехожу просто красиво и точно дорогу. Вот и сегодня мамы тоже рядом со своими малышами, только уже призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Потому что я считаю, что это очень важно, чтобы дети об этом знали, что это у нас Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортном происшествии. И ребенку это обязательно надо знать. Все эти правила дорожного движения. Мы вот нарисовали вот такой вот рисунок с ним, старались вместе, да, Арсений? Угу. Старались. Всего участниками совместной акции окружного отдела ГИБДД и детского сада «Умка» стали около 30 воспитанников и их родители. Около 20 водителей привезли домой детские рисунки. Как показало мероприятие, на такое необычное напоминание о дорожном этикете автолюбители реагировали с улыбкой. Спасибо, а это тебе. Спасибо. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».